Йоу, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, профессионал енот, Фиалка и Тюбик. Поздоровайтесь! Всем привет, ребята! Привет, друзья! Сегодня мы стали супер маленькими для того, чтобы затроллить странную маму. Это, то есть, жена, получается, странного папы. О, вон она уже ходит! Ой-ой-ой! Так. Главное, чтобы она нас не заметила. Короче, мы нашли, где она живет, ребят. И это, если честно, просто полнейшая жесть. Поскольку, вы только посмотрите, у нее здесь дом из бедрока. Он в зимнем биоме, и здесь еще все стоит с Нового года. Это вообще жесть. Если ты хочешь получить новый iPhone, крутую машину, мощный игровой компьютер или же конфетки, успей за 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях слово «хочу». Раз, два, успей поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях слово «хочу». Три, выполнил все задания? Молодец! Последняя цифра твоего лайка и есть приз, который ты получишь. Тут и подарки под елкой, и гирлянды, и даже дождички вот эти есть. А куда она ушла? Вы видели, нет? Она куда-то туда ушла. А ладно. Вот она лазит. Где? Или катается. Она что? Катается на вагонетке. Мне не видно. Из-за того, что как бы мы маленькие. Так, ну-ка давай посмотрим здесь. Вон я ее вижу, она сюда едет. А я не вижу. Так, давайте, ребята, короче, сейчас вот так вот сделаем. Ну-ка, оп, во. Не вижу. Куда она уехала, Тюбик? Ага, да вон. Вот она едет. Все, давай вижу. Давай тогда побыстрее проберемся в дом. Да, реально, погнали в дом, пока она, значит, там занимается ездой на телеге на этой. А мы сейчас быстренько залезем вот сюда. И давайте проделаем дырку в бедроке. Нормальная тема будет, как думаете? Так. В тебе что-то... Ого, ребята! Фиговая. Фиговая темка получилась. Так, заходите, заходите. Давайте я застрою. Да я застрою. Кто огромный, скажите мне, пожалуйста. Я большая. Зачем ты увеличилась? Так. Чтобы мне было поудобнее тут все ставить. Я понял, окей. Так, 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 так. Ну-ка, это надо вот так. Короче, бедрок нельзя сломать, эта тема, я понял. Ну, ладно. Да. Ой, тихо, она здесь. Офигеть. Чем бы сегодня заняться, я даже не знаю. Так, 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 так. Давайте изучим ее дом. Для начала. Может быть, хотя... телевизор посмотри. Что это было? Ого, как все рвануло! Кажется, это уже я случайно. Кто-то решил не изучать. Так, ну-ка. Интересно, сейчас, короче, а где остальная семейка? Вообще без понятия, да и мне, если честно, все равно, потому что я хочу затроллить именно ее. Так, 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 ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, мы это сделаем. Опа, давай, а что не работает, да? Что, тебе удобно их-то ставить, енот? Не очень. Я пытаюсь Ладно, здесь, короче, посмотрю эту тему телек, посижу просто. А она не работает. Так, она телек смотрит, я увеличу сейчас на секундочку. Да. Нужно кое-что здесь взять. Я не знаю, где ее телек. Так, 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 тихо. Телек? Ну где-то. Ой, я гараж нашел. Слева на входе он, по идее, где-то. Тебе видно? Я знаю, подожди. Так, 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 ну-ка. Не работает, прикиньте. Ребята. Ладно. Чего там? Тут машина какая-то странная, если честно. Машина? Так, а где ты вообще? Ну-ка, Фиалка, а не бегай, здесь. Когда ты вообще... здоровая, тебя видно. А, точно. Нифига вообще себе, это что такое? Вообще-то очень крутая машина. Это еще и... что? Там машина бутылка крутая, внутри еще стоит. Тут бутылка стоит под машиной. А что с колесами? Что такие огромные? Не знаю, как будто внедорожник. Но это не внедорожник. Она какая-то странная. Кажется, я слышала какой-то звук в гараже. Она идет сюда, ребят. Ой-ой-ой-ой. Ребята, что-то происходит? Прячьтесь! Бежите. Она, видимо, перепугала за свою машинку. Ух ты! Что это, газ, откуда он здесь взялся? Я не машине капец. Ой, так, ну-ка. Сейчас попробуем жестко вот так протестировать. Давай. Ну же. Почему не ставится? Другую давай, машинку. Давай, попробуй поставь. Сейчас поставим. Так. Ну-ка. Надо, короче, выпить мне все-таки зельку невидимости, чтобы я здесь мог кое-что сделать. Так. Хотя, нет, лучше мне вот так. Что-то мне это все не нравится. Потом вот так и вот так вот. Сейчас все будет. Так. А где? Во! Есть контакт, лазер, ребят, готов. Ха! Ой-ой-ой. Нормально. Да-да-да, она вышла на улицу, если что, я видел. Так, а, я уменьшаюсь снова, скидываю себе... О! Она прямо откинулась в лазере. Что это такое? Так, я под лавочкой. Ой-ой-ой-ой. Я, кажется, здесь кого-то видела. Проблемы. Ой-ой-ой. Кого же она видела? Она нас ищет или что? Не знаю. Так, короче, сейчас будем... Она взяла лопатку. Ой-ой-ой, она прям очень по-злому настроена. Она так, прям так, как так. Спанч Боб. Сейчас так, муж так, с ракетницей так придет. Эй, что это туда есть? Муж с ракетницей придет. Это странный папа, то есть. Да, я бы не хотел от ракетницы отлететь. Эй, да что тут происходит?
происходит? Кто это решил надо мной поиздеваться? Вам мало так, не покажется? Она не понимает, что это от печки загорается. Ну-ка. Что за... Она горит! Я вижу! Так, это хорошо. Что здесь? Что в этой комнате? А, вот здесь телевизор, смотрите. Эй! На входе, направо. Так, что происходит? Хорошо. Ого. Тихо. Так, я здесь кажись, возле ёлки спрячусь. Короче, сейчас мы этот... Я сейчас крыс на свободу выпущу. Готовы? Ты с собой крыс принёс? Да, причём много. Сейчас здесь ничего будет веселуха. Я просто отдохну. Я их вижу. Так, ребят, этот... сейчас следим. Я сейчас прям... Она отдыхать, она сюда куда-то пошла. Так. Тихо. Ну-ка, ой. Бегите! Что? Крысы! Откуда здесь крысы? Они такие хорошенькие. Она на кровати сидит. Она одной крысе голову прищемила дверью. Ой-ой-ой. Так, ребят, прячьтесь сейчас хорошо, потому что она будет искать крысы, возможно, вас увидит. Опа. Хорошо. Прячемся. Если что, можете дырочку. Чёртовы крысы. Ого, блин. У нее капканы, осторожно, ребят. Ничего себе. А я как раз хотела эти капканы поставить. Тюбик, походу, попался в капкан. Ломай его, слышь? Я не попался. По столам, куда лазить? Попался, он прямо перед тобой был. Ой, блин! Она сейчас тут всех крыс переловит. Да я под печкой сидел. Я тут тоже. Видишь меня? Я напротив. Вот сюда, в стену смотри, возле окна. Сзади. Вот сюда, во! Видишь? Да, вот он я. Вот. Попереловливаю всех. Короче, блин. Я не вижу. Вот сюда, как в гараж идти, смотри, в эту сторону. Вот он я. Ой, ты мелкий. Да, вот он я тут. Зараза. Попал, капкан, ёбика. Давай, блин, сюда, шуруй. Фиалка, а ты вообще где? А я в доме, я думаю, знаете что? А? Сейчас. Пошли, там был второй этаж, можно там крыс еще накидать. Второй этаж? Давай. Так, полетели, давай, быстро. А-а-а, блин, тихо, аккуратно. Все, быстрее. На второй этаж. Подлетаем. Жалко, сама, конечно, что мы такие бедные. Сама наставила эти капканы, а потом сама и убирает. Фиалка. Что? Подойди к елке, к подаркам. Так. А, я тут. Смотри, я тебе кидаю. Забирай вот это вот и на улице, на спавне. Видишь там? О, да. Все, я поняла. Перед сейчас домом. Будет. Так, все нормально, сложность у нас хорошая. Так, сейчас, короче, поржем с нее. Это, короче, белые медведи прямо перед домом. Так. Сюда. Они агрессивны вообще? Они, я не помню. Ну, какая разница, визуально медведи стрёмные, поэтому... Они уже топчутся и хотят зайти в домик. А ты дверь открой, типа это медведи ломали. Давайте я гараж открою. Слушайте, а куда она... Что за чёрт? О, нет. А ну, гараж медведи. Всё, нормально, смотрите. Так, крысы, Алёмба, просыпаемся. Обалдеть! Моя так, машина еще. Никуда не едет. Что давай, за фигня? Давай, еще. У меня еще, машина еще. Не едет, вы слышали? Откуда здесь медведи? Надо кинуть, короче, дымовую гранату под машину, чтобы она подумала, что она сломалась. Так, все, я думаю, крыс на чердаке достаточно. Ты так, тут приземляемся. Откуда? Она разговаривает с белыми медведями. Она где, ребят? Где она? На улице, я за ней слежу. Не, ну у этой странной мамы реально странный дом. Так, ну-ка, сейчас я вот так вот сделаю. Опа, и сразу здесь слишком много медведей. Откуда тут они? А что такой медленный? Ну-ка. Может быть, они ко мне пришли на Новый год. Что не так? Она думает, что они пришли к ней на Новый год. Слышали? А я возле лестницы. В смысле на Новый год? Сейчас же уже лето почти, блин. Она что, прикалуется? Интересно, вон она. Новый год тогда? Интересно, все эти медведи будут моими. Ой, блин! Кто это сделал? Так. Эй, газ! Бедные откуда медведи. Здесь газ? Нет, офигеть! Мои так, я понял, мне нужно выбраться. Интересно, куда-нибудь. Медведи будут атаковать ее. О, блин, что происходит? Так, тихо. Пытаюсь убежать. Во. Фух! Нет! Нифига! Мои медведи погибают! Медведи мои погибают! Медведи. Так, ай, ну-ка! Ай. Ха-ха, смотри! Все подкисали почти. Ты короче, стой тут. Теперь надо дождаться, пока. Я буду на тебе кататься вместо машины. Шо? Нет, нельзя кататься на медведе, надо его спасти. Она сейчас поймает медведя, блин, и все, и заберет к себе домой. Так, короче, все, берите. Кажется, газ закончился. Кто это решил надо мной поиздеваться? Надо ее заманить на чердак как-то. Дым сейчас на чердак кинем. Фу, так. Откуда тут это? Ну-ка. Вот это берем сюда. Так, и еще нужно сейчас, взять сейчас, ребята, кое-что. Я пока сделаю спасательную операцию медведя, чтобы она на них не каталась. Давай. Так, эй, сейчас... ты кто такой? А ну, стоять!
Ты кто такой? Стой! Что такое? Я кого такой, спалили? Ё-моё, да меня спалили! Как, блин? Стоп! Никуда ты отсюда больше не денешься! Кто это? Тюбик, блин! Кто такой Тюбик, я да не поняла! Так, офигеть. Ну-ка. Сейчас я тебе помогу, слышишь? Ну-ка. Я в капкан попал! Сейчас помогаю, смотри! Пошла жара! Помощь на месте! Так, воняем. Спасибо, здесь дымом! Ребят. Ну-ка. Нормально. Так, а что будет, если вот так вот делать? Ну-ка, кто тут? Откуда здесь дым? Ты пытаешься сбежать, неудачник. Ну-ка. А ну-ка, выходи сюда. Ставлю кучу крыс, но где они? Сейчас я тебя познакомлю с лопаткой мамы. Ой, блин. Ой-ой-ой. Что происходит? Ничего не понятно. Тюбик, а ты живой вообще, нет? Да живой я, живой. Фиалка, ты где? А я тут на дворе расставляю какашки, которые остались после медведей. Нормально, сейчас она выйдет с чердака и офигеет. Тюбик, ты снизу дома? Было. Да я на улице возле какашек тут. Заблокируй двери, короче. Ой, что это такое? Заблокируй двери на чердак. Она на чердаке еще или где она? На чердак? Да. Надо, короче, так, она здесь или нет? Я лечу. Бедрок туда поставь, она короче. Она в гараже, ребята. Сейчас. О, в гараже, да? Ага, вот там вот что-то дымится еще, да? Крысы с чердака сбежали. Где медведи? Где так, медведи, говорят? Почему здесь только дерьма? Я не поняла. Нормально. Так, ну-ка сюда. Быстро здесь сейчас походим, посмотрим. Что за черт тут происходит? Тут еще и в доме уже наставили, да? Где мои медведи? Атака крыс продолжается. И сейчас еще машину, короче, здесь поджечь попробуем. Почему я это должна убирать? Так. Ребята, я хочу, короче, поучаствовать с крапусом и украсть у нее елку. Давай, да, отличная идея. И подарки себе украду. Может кто-то открыть гараж, пожалуйста, через кнопку, а? Да, ты читаешь мои мысли. Эй, давай, пошло где дело. Где моя дверь? Пошло опять дело. Какие-то крысы. Сейчас она очманеет просто, я вам говорю. Тут в гараже просто я апокалипсис. Я тебя поймаю. Так, ну-ка сюда. Закидывай. Она тюбик даже дымовые не заметила, гранаты, что давай. У нее пропала елка, как сейчас. Будто иди ее сюда. Не было, что ли. Сюда, она отвлечена просто, понимаешь? Так. День у нее сегодня насыщенный. Максимально насыщенный. Так. Крысы уже в гараже бегают, смотри-ка. Ага. Сейчас она просто дымит, офигеет. Она даже не видит. Эй, Нотыч, давай ты берем эту машину, я другую поставлю. Не-не-не, подожди, пускай Новый стоит. Год. Так, ладно, офигеть. Потом какой там дым в гараже? Я прям здесь ничего не вижу теперь. Офигеть, там просто все в гараже в дыму. Что здесь происходит? Бедная машинка, мне она увидела, смотри. Ползает, что-то делает. Откуда здесь костер? Так, ну-ка. О, дым, она потушила почти весь огонь. Все, она все потушила. Что с машиной? Так, что это здесь? Фиалка, пора брать машину другую. Так. Хорошо. Опа. Давай, ломаем эту, значит. Опа, ну-ка, сломаем ее вообще или нет? Оп, да, сломали. Эй. Ой-ой. Нет тачки. Иди теперь сюда. Я тебя не вижу! Точка, какая-то посмотри, очень какая мелкая мелкая крыса, зараза! Я тебя тихо, вижу! Тихо. Очень тихо, мелкая кого крыса! Нашли? Все, никого не нашли! Это за мной гонялись, но я спрятался какой в снегу. Интересно, она заметит, что у нее машинка довольно-таки уменьшилась? Ну, я думаю, где да. Где моя машина? Думаю, она разозлится сильно. Я буду кататься на этом теперь, все. Серьезно? Это вообще смех какой-то. Она реально собралась на этом кататься? Она залезла. Она прям как кролик, а не машинка. Так, тут уже крысюки появились снова. Не заводится. Эй! Крысы! Ой-ой, здесь капканы везде, блин. Так, тихо. Дай сломайся ты. Я тоже в капкан попал. А, блин, эти капканы все. Ой, блин. Нифига себе. Так, я чуть в яму не попал. Так, убегаем сюда. И кто вот так это вот тут попался? Гадость, ну иди сюда. Тюбик, это тебя там, что ли? Тюбик, беги. Сюда иди, тюбик, беги. Я тебя убью. Да, крыса даже выбирается как-то гараж на крышу. Я тебя ну вижу. Да, они везде абсолютно. Я тебя убежать, вижу. Ребята, помогите. Тюбик. Она меня пьет. Где ты? Я гараж открываю. Что это такое вообще? Я в гараже. Открываю гараж, сейчас открою. Давай, чуть-чуть, вылезай, все, быстрей. Так, я через другой вход убегаю. Офигеть. Здесь выходите ко мне. Тут что все абсолютно.
Тут абсолютно все, блин, в этой штуке. Так, где эти звуки? Надо, короче, вот так вот сделать. Во. О, нет, какое все токсично. А я сейчас, короче, сделаю выключение и включение света. Где она, где она? Вы видите ее, нет? Не. Так, ну-ка. Опа. Это ж она там с пушкой-то бегает, да? Нет, это я бегаю. Где базука? Почему ты до сих пор не пришел? Мне тут помощь вообще-то нужна. Она звонит, походу, своему этому мужу. Странному папе. Нет, надеюсь, он не придет. Так. У нас будет большие проблемы. Короче, ребят, тут у нас проблемы. Наверное, надо валить, пока не пришел странный папа. Слышите? Погнали, короче, давайте этот. Выходите туда, где мы начинали. Быстрее. Так, 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 ну-ка. Она вон, она сзади бегает, я ее видел. Так, где здесь? Вот здесь где-то, да? Оп. Ай! Во, что это? Оп, оп. Ребят. Я ее расщепил кислотой. Так, ничего я бегу себе, к вам. Ну ты, наверное, спалился, она теперь знает, кто ты все сделал. Да ничего она не знает. Так, короче, мы все здесь, правильно? Да. Это жесть какая-то. Ребят, сегодня мы затроллили вот эту, не знаю, видимо, по-моему. Вот здесь, да, все стоят. Короче, сегодня мы затроллили вот эту вот странную маму. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наши каналы. Ну и на этом все. С вами, как всегда, были мы, профессионал енот, Фиалка и Тюбик. Всем до скорой встречи и пока, друзья. Пока-пока. Пока, ребята.